Проверяем машины, останавливаем. Паспорта, документы, одну проверили, это вторая пустая. Ждем, короче, приезда. Есть другая сторона тоже, братья. На борт! Уважаемые дамы и господа, говорит командир, пожалуйста, сохраняйте свои места и не пытайтесь открыть двери самолета. На улице разъяренная толпа, которая не знает, откуда мы прибыли и зачем. Вполне возможно, мы тоже попадем под раздачу. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах в самолете и выполняйте все указания бортпроводников. Благодарю за внимание. Мы летели из Москвы в Махачкалу. В 9 часов мы должны были приземлиться, но, к сожалению, в течение получаса 40 минут мы кружились просто над Махачкалой. И как итог, мы приземлились во Владикавказе, потому что пилоты сообщили, что небезопасно приземляться и нету возможности посадить самолет. Добрый день всем. Борт 762, Дубай, Махачкала. Мы сидим в самолете уже более чем 3 часа. Спасибо, конечно, что мы на 40 минут раньше прилетели, но из-за того, что там разъяренная толпа, с которой не может справиться ни Росгвардия, ни Росармия, ни там какая-то Альфа, ни президент Дагестана, мы сидим до сих пор в самолете, и нам подают только воду. У меня мальчик болел, а ты? Мадина! То, что касается сегодняшней акции, это, конечно, вы искренне говорю, вы ошибаетесь. Таким путем этот вопрос не решается. Это наша площадка, не эта же площадка наша. Хотелось бы задать вопрос. Ради чего? Вчера? Уже ни для кого не секрет, и мы, в принципе, не первый раз сталкиваемся с тем, что попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане и создать протестный фон в Дагестане, в том числе с использованием запрещенных приемов, связанных с раздуванием межнациональной розни, межконфессиональных проблем, проводится нашими врагами. Врагами, противниками нашей страны.
очевидно, совокупность разных факторов. С одной стороны, государственная пропаганда, которая накачивает граждан России ненавистью к государству Израиль и израильтянам, что переносится на евреев, в частности, те, которые проживают в самой России. Это же пропаганда явно дает понять, что она на стороне палестинцев, и не просто палестинцев, а Хамаса. Это с одной стороны, это подогрело весь Северный Кавказ, не только Дагестан, просто в Дагестане это приобрело такие уродливые, самые яркие выраженные формы. С другой стороны, есть подозрение о том, что антисемитская линия присутствует, во всяком случае, в части силовиков, например, в ФСБ. Такое впечатление, что кто-то в ФСБ решил поднять методички начала 20 века, когда антисемитизм и погромы использовались охранкой для того, чтобы спустить пар, для того, чтобы управлять ситуацией, создавать управляемые конфликты. А тут управляемый конфликт вышел из-под контроля. Я у вас спрашиваю, сможете помочь? Выселить сможете? Законными путями? Как мы их законными путями выселим? Палестину законными путями не варим.